Мой второй канал по BMW выложил вчера альфу на продажу, как есть. Но я его пока еще и доделаю, наверное. Но это не точно. То есть видим 20 просмотров, 0 лайков, 0 комментариев. Ну и также бензокоса. 11 лайков, 2000 просмотров тут за пару недель, когда я тут выкладывал. Ну, то есть тут просмотров-то нихуя практически нет. Вот, например, дорожные приключения номер 2. Когда я Александровскую бэху буксировал в деревню. То есть тут один лайк. 3-4 метра. Но если перейти на Авито, блядь. Где он, кстати? Если перейти на Авито, то видим за меньше чем сутки 1000 лайков, 80 дизлайков. Ну и также другие видосы. 6-7 тысяч лайков, 26 дизлайков. Ну и дорожные приключения 8200 лайков, 85 дизлайков, ну и так далее, блядь. То есть я не знаю, что это за ресурс на YouTube, как бы 20 просмотров тут, блядь, 8-9 тысяч лайков только. Хуй его знает, что это такое, блядь. Куда я попал, нахуй, ну в Google, что ли, куда, блядь. Какая-то шляпа, блядь. Кстати, вот на бензокосе 10 лайков, 80 дизлайков. Блять, я не знаю, что это за хуйня такая, блять. Ну, куда видос попал, блять. Непонятно, нахуй, для меня, блять. То есть на YouTube одни цифры, здесь вообще другие, блять. Это я вот заталкивал BMW Алганом. Блять, сука, я не знаю, что за хуйня. Онлайн рекомендации какие-то. Че, блять, где это вообще на? Если кто знает, напишите свой ответ в комментариях. Кстати, мне тут за мопед уже 8-й iPhone предлагают.